Друзья, выступление экспертов продолжает Анастасия Трофимчук. Встречайте! Я, конечно, могу и без микрофона, но я хотела бы сказать пару слов. Вот современное искусство сейчас, конечно, было все замечательно, но давайте сейчас вспомним наши корни. Я специально здесь в таком костюме, да, я сейчас представлю вам традиционное наше русское искусство, традиционное ангарское искусство. Сейчас я исполню для вас песню, которая написана в нашем Богучанском районе, в селе Богучано. Послушайте, пожалуйста.